11 декабря, сезон, мотосезон в Анапе не заканчивается. Это у нас получается Road King 2007 года он. И два электроглейда. Этот 97 года. А второй 91. Такой обалденный моцик. Так что для мотоциклов Анапа Forever. Райский уголок. Серпантины, хорошие дороги почти круглый год. Так, кошки не только на капотах и на мотоциклах предпочитают сидеть. Погода шепчет. Погода шепчет. Тюнинг, тюнинг на Харлей, как на Вранглер. Всевозможного тюнинга просто. Вот такие красивые мотоциклы. Этот синенький. Самый красивый такой. Фары уже такие навороченные. Это сочетание свежего и 90-х годов такое.